день. На связи Георгиевский городской округ. Сегодня, в преддверии самого главного праздника нашей страны, Дня Великой Победы, мы поздравляем всех ветеранов и благодарим за их ратный подвиг, за трудовой подвиг, за возможность жить под мирным небом. Где же вы теперь, друзья, одна молчание, боевые спутники мои? Говорит Москва, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Второго июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили нам, объявили, что началась война. Жены и матери ведут в тылу ожесточенные бои на полях и заводах, без еды и сна, с одной только целью. Все для фронта, все для победы. Ванечка, а я жду. Ты сказал ждать, я и жду. Уважаемая Анна Васильевна, ваш муж Смирнов Иван Петрович погиб смертью храбрых. Ваш муж в битве погиб. Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат врачи, ты слышишь? Потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой! Наступление, передышки и снова в бой. Вот такие будни советского военного солдата. В окопах и блиндажах мы поднимали тосты за наших родных, за Родину, за нашу победу. Уважаемые вдовы Советского Союза, все похоронки, которые вы получили, высланы вам по ошибке. Все ваши мужья живы. Все живы. Памятью нашей живы. И смотрит на сынов своих Россия, как будто лишь вчера закончен бой. Проходят победители седые, победа остается молодой. Проходят победители седые.